Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос эксперту» в студии Роман Коршун. Коршун Роман – главный специалист, эксперт отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан. Могу ли я вернуть деньги за купленный заранее билет на автобус междугороднего сообщения, если не смогла выехать по причине болезни? В соответствии со статьей 23 Федерального закона «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» пассажир имеет право в случае опоздания к отправлению транспортного средства в течение 3 часов или вследствие болезни, несчастного случая в течение 3 суток с момента отправления транспортного средства, на которое был приобретен билет, возобновить действие билета на другое транспортное средство при условии доплаты. Размер доплаты при этом составляет 25% стоимости проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади. Также может получить обратно стоимость проезда, перевозки багажа, провоза ручной клади за вычетом 25% их стоимости. Возврат денег осуществляется в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров, не позднее, чем в течение 10 дней с момента предъявления перевозчику соответствующего требования пассажира.